Не повторяйте, сейчас смотрим, что будет. Всем здорово, друзья, с вами как обычно Цимус. И что ж, сегодня будет самый мега эпичный ролик, наверное, за 2021 год, потому что со мной связался сайт-магазин Пиро Хобби и предоставил мне дофига чего интересного. Ребята, тут у меня петарды. Также у меня сегодня будет в ролике мега мощные петарды, мега крутые киношные спецэффекты профессиональные. Так что сразу однозначно лайкос. Лайкос также у магазина Пиро Хобби, потому что, блин, вообще жара. Сейчас все по порядку расскажу. Есть обычные такие типа петарды, к ним попозже вернемся. А есть вот такие три интересных экземплярчика. Тоже, думаю, довольно будут мощные. Они, в общем, бахают цветной вспышкой, прикиньте. Сегодня будет красная, зеленая и синяя. Давайте начнем с красной, коли ее взял. Посмотрим, как вообще это будет. Я ни разу не видел петарды с какой-то цветной вспышкой. И вообще, блин, просто обычно они оранжевыми бахают. Давайте сейчас вот такую, довольно, думаю, мощную петарду, красненькую, протестируем ночью. Посмотрим, как что будет. Кстати, всех с наступающим Новым годом. И хотел бы напомнить, ни в коем случае не повторять увиденное в данном ролике. Все действия выполнены профессионалами. Я и моя команда соблюдают всю технику безопасности. Так что, что ж, вперед. Красная петарда с красной вспышкой. Запускаем контакты. Да, друзья, это пробные экземпляры. Потом еще будут более мощные их копии. Гораздо мощнее, раза в 2-3. Запустили контакты. Посмотрим, сработает, нет вообще. И как будет... Слушай, это вообще зачет был. Видел вспышку? Прям реально красная вспышка такая. Даже не знаю, небольшой розовый оттенок был. В принципе, по мощности я не знаю, где-то уровень 8-го корсара был. Ребята, кому вообще это интересно, залетайте обязательно на Пиро Хобби. Это, ну, не побоюсь этого слова, один из крупнейших в мире, да, ну, в России как минимум точно, поставщиков компонентов. Смотрите, есть еще одна такая петарда, зеленая. Посмотрим, будет ли зеленая вспышка и какой вообще будет мощность у нее. Мощнее ли, красной или слабее? Мне кажется, должно быть где-то на том уровне, потому что у них составы, ну, плюс-минус идентичные. Запустили контакты. Посмотрим. Ребята. Мне показалось, вспышка была больше, и она реально, блин, была зеленая. Также, ребята, еще есть петарда с искрами. Интересно будет ее протестировать. Она должна быть вот реально мега мощной. Также сегодня, видите, взял три таких обычные петарды. 10-й корсар. Их тоже протестируем для наглядности. Теперь синюю вспышечку. Вот с синей есть небольшие у меня опасения, что может что-то пойти не так. Ну, в плане того, что будет ли действительно синяя вспышка. Тут стрику и воронку, кстати, выбило. Довольно-таки неплохо, я думаю. Что может быть вспышка не совсем синего цвета, но, в принципе, посмотрим. Да, и еще чуть дальше в ролике будем еще более мощные петарды цветные тестировать. Так. Я фиг знает, была какая-то такая фиолетовая вспышка. Даже непонятно, точно ли это синий, такой ли эффект должен был быть. И она как-то одна из самых слабых, как мне показалось, из них получилась. Ну ладно, еще чуть дальше, по ходу ролика сейчас, будем тестировать еще более мощные цветные экземплярчики. Так, что тут у нас на подходе? Давай сейчас для разминочки вот такой вот, типа 4-го корсара, P4000. Он с каким-то эффектом свиста. Ну, примерно как мощность 4-го корсара, может слегка помощнее. И протестируем против вот такой вот интересной петарды. Она называется безопасной, потому что у нее безопасный состав, в кавычках. Потому что состав этой петарды, ну, в рассыпчатом виде, он просто сгорает медленно, плавненько, как какой-то, блин, сухой, типа горючее. А вот в петарде он бахает что надо. То есть у него нету такого эффекта, как у пороха, что он пух и моментально впыхнул и бахнул. Поэтому он считается, типа, безопасным. Не знаю, интересно очень посмотреть, как он сработает вообще. Хотели начать с P4000, но начнем с него. Так, возможно, это замедленное. Возможно, что-то еще. Так, ребят, непонятно, сработал он, нет. Потом еще, чуть попозже я доработаю, узнаю все, что там могло не так у нас пойти. Ну, давайте, ладно. Сейчас P4000.
вот такую протестируем, посмотрим, на что она будет способна. Но не будем подходить. Минут 10-15, наверное, подождем и включимся. Да, друзья, безопасный состав что-то не сработал. Давайте вот такую. Заодно сравним, мощнее ли она будет цветных. Но цветные я еще сделаю мега мощные. Ух. Ну, плюс-минус, ребята, где-то на том же уровне. По вспышке она, кстати, была небольшая. Примерно где-то вот такая вспышка. А вот от красной, допустим, от зеленой, вот такие здоровые вспышулечки были. Ладно, друзья, у нас еще дофига чего интересного. Из петард таких обычных для сравнения я взял. Взял вот такую мега-мощную петарду. Предлагаю протестировать его против Мэтт Бульдога. Кто знает, по размеру он небольшой, но мега-мощный. И против 10-го Корсара. Давай, наверное, с 10-го Корсара начнем. Ну как, вот это сравнение. А первую-то запустим мега-мощную петардочку. Да, ребята, еще также не знаю, насколько будет она мощная. Но мне кажется, должна мощнее 10-го быть. Всяко разное. Ни в коем случае не повторяйте, напомню. Все действия выполнены под контролем специалистов. Мы соблюдаем всю технику безопасности. Так что лучше смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. Отойдем подальше. Ребята, ну это было действительно мощно. Примерно я даже не знаю, как где-то чуть послабее бульдога. Смотри, какая тут воронка образовалась. Было мощно. 10-й Корсар, мне кажется, однозначно будет слабее. Бах такой четенький был. Бульдога мы, Мэтт Бульдога, протестируем против петарды с эффектом искр. Интересно, насколько они будут мощные тоже. Это 10-й Корсар от русского фейерверка вроде как. Ну да, ну где-то он был на уровне цветных петард, хотя по звуку слегка помощнее мне показался. Ладно, ребята, две петардочки у нас в этом мини-тесте осталось. Потом еще перейдем к мега-эпичным бахам, киношным спецэффектам, ребят. Так что будет ролик мега-красивый и мега-зрелищный. Так, давай сейчас Мэтт Бульдога, короче, и потом с искрами экземпляр запустим. Посмотрим, Мэтт Бульдог будет ли мощнее той. Мне кажется, нифига он не будет. Но, тем не менее, давайте для полноты эксперимента, для полноты теста это сделаем. Ни в коем случае, напомню, не повторяйте. Запустились контакты. Мэтт Бульдог прикольная достаточно такая. Петарды из фабричных. Это что, брак? Ребята, да ну нафиг. Мэтт Бульдог что-то оказался бракованный сегодня. Фиг знает, с чем это связано. Ну ладно, не отчаиваемся, потому что сейчас самое интересное. Мощная петарда с эффектом искр. Фиг знает, насколько они будут разлетаться, так что мы отойдем подальше. В общем-то, понеслась. Да, друзья, петардочка с эффектом искр. Интересно, насколько они будут обширные, мощные и красивые. Ни в коем случае не повторяйте. Сейчас смотрим, что будет. Вот это было, ребята. Искры были вообще зачетные, мега красивые. Также посещайте сайт Пирохобби, найдете там для себя дофига чего интересного, кому, естественно, надо. Это была первая часть нашего видео. Сейчас мы конкретно увеличим калибры, протестируем все эти цветные, не только петарды, и также забацаем интересные спецэффекты. Лайкос и погнали дальше. Кстати, в магазине Пирохобби огромный ассортимент товара для пиротехники, химические реактивы, комплектующие и оборудование. Команда Пирохобби ответит на любые вопросы по пиротехнике, поможет открыть собственное производство и организовать поставку всего необходимого. На сайте вы найдете инструкции по петардам из видео, ссылка будет в описании. Магазин Пирохобби отправляет свои товары по всей России и СНГ. Также перед Новым годом ассортимент пополнился бытовой пиротехникой, ссылка на сайт будет ждать вас в описании. Тыдыщ, друзья, переместились в другой день. Смотрите, протестировали тогда составы, все было зашибись. Поэтому в этот раз за место вот таких небольших петард будет тест вот таких вот здоровенных, друзья. Первый раз синяя петарда какая-то нифига не синяя была. Сегодня, ребята, я сделал еще один состав. Сейчас давайте его протестируем, посмотрим, будет ли на этот раз синий настоящий цвет. Погнали, ни в коем случае не повторяйте. В принципе, все то же самое, но сейчас еще также я большую синюю такую сделал. Следующий, думаю, ее протестируем. Нифига, я что-то не успел поставить. Смотреть, была синяя? Нет. Друзья, я посмотрел, вроде, блин, синий цвет такой, ярко-голубенький. Была такая петардочка, сейчас увеличиваем калибр, мощнее будет где-то раза в 4. И здесь мы точно сможем оценить вспышку, какого она, ё-моё, будет цвета. Так, петарда уже, говорю, раза в 4 будет мощнее. Отойдем подальше даже, ёшкин ты свет. Ух,
Вот это звучок был. Какая вспышка была? Такая же. Такая же? Это вроде, блин, синяя-фиолетовая, ребят, но все равно это зачет. Однозначно, лайкос. Звук был мега, конечно, жаркий. Смотрите, у нас еще есть зеленая, она точно нормально работает, нормальный цвет. Также красная. И, друзья, первый раз у нас не сработала безопасная петарда. Возможно, все дело в том, что я неправильно немного сделал заглушку и согнул фитиль. Друзья, у качественной петарды должна быть обязательно качественная заглушка и профессиональная. Смотрите, сейчас я покажу, как делается вот такая профессиональная заглушка. Для этого нам понадобится гильза 20 мм на 70. Вискофитиль сантиметров 5-6. Также набор универсальный для гильз 20-мм. Молоток или пресс, желательно. Бентонитовая глина и, в общем-то, руки. Вставляем наш фитиль в набойник. Вот в отверстие, видите, он туда провалился. Далее. Нацепляем на это все дело гильзу, 20 мм фитиль, вон он торчит. Засыпаем бентонитовую глину. Такого количества, думаю, будет достаточно. Засыпаем бентонитовую глину до тех пор, пока останется торчать всего лишь кончик фитиля. Видите, торчит кончик. Теперь берем специальный набойник с таким вот отверстием. А это отверстие под фитиль. Вставляем ровно по центру, чтобы фитиль прошел в это отверстие. В общем-то, теперь молотком или прессом прессуем глину до плотного состояния. Буц. И у нас получается профессиональная заглушка, ребята. Смотрите, чтобы фитиль торчал. В тот раз я это не учел, и петарда не сработала. В общем-то, вот так делаются профессиональные заглушки, которые при бахе рассыпаются, а не вылетают пробкой. Да, друзья, в этот раз я все максимально проконтролировал. Фитиль там идеальный. Может быть, только дело в составе. Я что-то не так, может, сделал. Ну да ладно, запускаем контакты. В этот раз тоже ничего не сработало, но бог любит троицу. Что же там было-то? Дело оказалось и в составе, и в заглушке. В общем, состав настолько безопасный, что он отказывается гореть от маленького пламени. В этот раз я увеличил фитиль на 3 сантиметра внутри петарды, и, в общем-то, получилось нормально. Давайте зеленый цвет. Мощнее будет раза в 4, чем первая петарда с зеленой вспышкой. Запустили контакты. Сейчас будет, думаю, эпично. О-о-о-о! Ты видел это? Просто, ребята, не знаю, вживую будто бы все тут зеленым цветом замерцало. Это жесть. Чем-то, кстати, знаешь, похоже на стробоскоп немного. Цвет этой вспышки такой, такой же зелено-кислотный. Смотрите, сейчас красный состав. Красный цвет, вообще, думаю, будет зачетный. Да, друзья, пирохобби также мне прислали вот такую замечательную вещь. Называется пироплаун. Это специальный порошок для фаер-шоу, для проведения каких-нибудь Для проведения специальных киношных эффектов. В общем, у меня есть 3 килограмма. Интересно будет, что если под этот порошок положить какую-нибудь мощную петарду. Здесь 3 килограмма. Давайте для первого раза теста 1 килограмм возьмем, а на второй все 3 бабахнем. Да, друзья, фиг знает, здесь, возможно, даже меньше килограмма. Грамм 700, может быть. Давайте потестим, посмотрим на эффект. Погнали. Пироплаун запустили. Посмотрим на эффект, на мощность. Интересно, что же произойдет? Ребята! Это было мега эпично. Это даже не знаю, с чем сравнить. И это было всего лишь, не знаю, грамм 700. Давайте продолжим ролик смотреть дальше. Так. Красная вспышка. Сейчас будет. У меня до сих пор она в глазах, эта красота осталась. Блин, ребят, зачет. Кто тоже хочет, заходите на пирохобби. Ссылку оставлю в описании. Сайт реально годненький, современненький. Что ж, сейчас самая мощная петарда. Не знаю, насколько будет громкий бах, но думаю, он будет зачетный. Да, друзья, фитиль максимально длинный, чтобы успели убежать далеко. Ни в коем случае не повторяйте. Запустились контакты. Надеюсь, сработает. Подальше посмотрим, что произойдет.
Думаю, будет мега мощно. Ёшкин Макарёшкин, слушай. Здесь, конечно, не как в лесу звуки разносятся, но было реально мощневски, да? Куда-то треском туда убежал. Это было жестко, ребята, однозначно лайкос. Напишите в комментариях, что этой петардочкой протестировать, потому что, думаю, она вообще колоссальная. Может, какую-нибудь стиральную машинку? Как вам идея? Думаю, неплохая. Да, друзья, спросите, что у меня тут за жидкость? Это, ребята, цветанол. Специальная горючая жидкость для придания огню определенных оттенков пламени, ребята. Сайт Пирохобби любезно предоставил мне это для тестов. Тестировать я ее буду мощными петардами и посмотрим, какой будет цвет у пламени, какой вообще будет эффект. Я думаю, получится мега бомбически. Создадим киношные фантастические эффекты. Здесь она разных цветов, ребят, будет. Но вот это, что зеленый цвет, это не означает, что он зеленый. Давайте начнем вот с такого вот беленького. Посмотрим, какой цвет будет у этой жижи. Погнали! Да, друзья, проявляйте свои транссексорные способности. Угадывайте, какой цвет будет пламени. А мы запускаем контактики. Ни в коем случае не повторяйте. Погнали! Так, запустили. Не знаю, насколько мощно будет. Типа по объему вспышки. И какой же цвет все-таки случится. Это что, блин, был за цвет? Ребята, там бутылка упала. Цвет какой-то то ли зеленый, да, походу зеленый. А зеленый будет, наверное, красного цвета или фиолетового, или что-то синего. Короче, там сложно, можно запутаться. Но, в принципе, неплохо было. Однозначно лайк. Давайте посмотрим, что у нас еще там есть. Да, друзья, вот такой зеленый цветанол цветом. Но, думаю, гореть он должен будет синим. Этим цветанолом вообще украшают всякие мероприятия. Там, знаете, по кругу пламя ставят. Ну, короче, декоративное свечение делают. Что ж, запускаем контакты. Ни в коем случае не повторяйте. Погнали. Так... Посмотрим, мощнее ли будет зеленого эффект. Думаю, должно быть нормально. Это было жестко. Синее пламя прям вообще зачет, ребята. Нормальненько. Да, ребята, вот такой последний цветанол красного цвета. Вроде как он должен быть с красной вспышечкой. Что ж, кто еще лайк не поставил, однозначно ставим. Поддерживаем подпиской. Также заходим на Пирохобби, нормальный сайт. Я рекомендую. И погнали. Так, контактики запущены. Ни в коем случае не повторяйте. Должно быть красное пламя. Посмотрим, какой будет эффект. Слушай, ну это вообще топ-1. Еще у нас пироплавн 2 килограмма с чем-то есть. В общем-то, жаришка только впереди. Новый год наступает, друзья. Всех с наступающим тоже хочу поздравить. Заходите тем временем в Инстаграм, в группу ВКонтакте. Ссылки будут в описании. Да, друзья, пироплавн больше 2 килограмм. Ни в коем случае не повторяйте. Поддерживаем лайкосом и погнали, посмотрим, что будет. Мы профессионалы и соблюдаем всю технику безопасности. Так что смотрите, но ни в коем случае не повторяйте. Погнали. Контактики запущены. Посмотрим на эффект. Ребята! Вот это да, фиг знает, было мега красиво, вот такая шапка атомного гриба образовалась, однозначно лайкос.
Что ж, друзья, вот и подошел ролик к концу. Конечно, напишите в комментах спасибо Пирохобби. Также можете к ним зайти, посмотреть, найдете для себя дофига чего интересного, кому нужно. Ну а с вами был Цимус. Новый год уже на подходе. Напишите в комменты, что протестировать этими петардами в следующих роликах. В общем-то, да, Пирохобби сделала за день. Как вам ролик? Напишите, понравилось, интересно было или неинтересно. Мне кажется, по-любому интересно, так что по-любому лайкос, подписка на канал, чтобы не пропустить ничего интересного. В общем-то, как-то так. С вами был Цимус. Помогали мне сегодня Пирохобби, магазин интернет онлайн. Ладно, всем огромное спасибо. Всем пока-пока.